Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать новый ритуал, который называется «Горловая чакра, щитовидка, нормализация работы щитовидки». Горловая чакра отвечает за кармические, родовые отработки, то есть кармический груз, который вы получаете от вашего рода. От папиного, от маминого, наследственные болезни, кармические отработки, то есть разные, потому что в эзотерике есть свои правила, есть какие-то свои нюансы или какие-то всплывает вопрос или кармические отработки, о которых вы даже не слышали или не знаете, почему-то вы получили это от вашего рода, оказывается, и у вас страдает горловая чакра. Не просто горловая чакра, а органы, которые там шея, щитовидка. Вот эта вся область горловой чакры, воспалительные процессы, даже щитовидка дает на сердце. Страхи, эмоциональные перепады, настроения тоже дает щитовидка. Или вроде бы все было хорошо, потом вы плохо себя чувствуете, не знаете почему. Или у вас голосовые связки воспаляются, или часто болеете горло, или простудные какие-то заболевания, или верхние дыхательные пути, или даже область легкие, бронхи, горло, шея, остеохондроз шейный. Ну, проблемы могут быть разные. Горловая чакра сегодня у нас. Я просто, как обычно, вам даю ритуал, я вам провожу ритуал в потоке, в энергоинформационном потоке, в потоке энергии чистой, исцеляющей, созидательной энергии, живой энергии. Провожу вам ритуалы в потоке энергии. Высшие силы вам дают помощь через меня. Энергию беру из пространства. Я мастер-практик, практикую более 20 лет. Сегодня у нас такая тема. Ритуал уже работает, не волнуйтесь, я могу объяснять. Я могу что-то рассказывать. Мы уже в процессе чистки. Чистка работает не только на горловую чакру. Это новая чистка. С горловой чакрой связаны многие даже родственные связи или даже то, что связано, то, что было у вас в роду, папином и мамином, в семье, и вы получили при рождении. И в определенный момент проявляются даже способности. Кто-то поет, а кто-то красиво разговаривает, а кто-то просто кто-то просто учитель или преподаватель, а кто-то просто любит кричать, да? Или громко разговаривать, или кричите, или взрывной такой характер. Это не всем подойдет информация, просто кто-то меня слушает, и у кого-то есть такая информация, подтверждается. А кто-то просто часто молчит, и вы уже по мастерам ходили, или вам тяжело высказываться.
Или с горловой чакры, то есть с голосом у вас что-то? Или вам просто тяжело разговаривать, потому что тяжело формировать фразы или как-то в слова, или какие-то тексты придумывать тяжело, а кому-то просто тяжело разговаривать? Не всем подойдет информация, но мы все просто сейчас в ритуале и всплывает и информация. А кого-то давит щитовидка, горло давит, да? И не просто щитовидка, а как-то сдавливающие такие какие-то. Что-то давит на горло, на шею. Не у всех. Так, сейчас работаем. Щитовидка, горло, шея. А кто-то разговаривает, у него один голос, а поет, у него совершенно другой голос. Или как-то в роли входит, я смотрю, то есть могут быть артисты, актеры, дикторы, или журналисты, или какие-то комментаторы, или у вас свой YouTube канал, или у вас какие-то в соцсетях что-то вы рассказываете. Или вы какие-то проводите конференции, меня тоже смотрят. Или советы какие-то даете. Я не знаю, почему сейчас всплывает такая информация, но значит, меня смотрят такие. Сегодня люди меня смотрят или будут смотреть. Каждый подключается в любой момент, включает мой ритуал, получает свою порцию положительной энергии. Даже в разные дни вы можете один и тот же ритуал включать, и он будет работать по-разному. Кто-то сутулится, у кого-то плечи болят, спина, верхняя часть спины, тяжело сидеть, болит, ноет. Не у всех, не у всех такое состояние. Этот ритуал тоже помогает, будет помогать от воспалительных процессов в горле. Горло, шея. Даже легкие тоже этот ритуал будет работать. У всех по-разному.
Я здесь, я работаю с вами. А у кого-то шея выдвинута вперед, вот так вот, голова, наклон головы вперед и шея выдвинута вперед как-то и болит шея. Смещаются позвонки, смещенные ли защемление в шейных позвонках, проблемная зона. И между лопатками болит. Грудной отдел позвоночника, да, проблемный у вас. Ну, сейчас идет внутренний разогрев, да, как будто бы внутри огонь горит или жар. Или внутри просто тепло у вас. Изнутри выходит наружу или выдавливает наружу тяжелую, больную, грязную энергию. Внутри тепло, жарко. Кому-то жарко, кому-то тепло. В лице тепло, в ногах, в стопах, в груди. Тепло, да? Горло, шея прогревается. А щитовидка как будто бы такая вот уменьшается, как собирается. Такая компактная становится, да, щитовидка. Не у всех может быть такое, у вас интуитивное такое ощущение внутреннее, как будто бы щитовидка становится на место. Или она уменьшается. Может быть такое ощущение.
Узелки в щитовидке у кого-то, не у всех. Уплотнение. Я смотрю, тут подчелюстные какие-то лимфоузлы у кого-то воспалены тоже.
А у кого-то треск в ушах, ну как бьет по ушам, может быть такое ощущение, или периодически закладывает уши или ухо. Не у всех так будет, не у всех. Ритуал работает, не волнуйтесь, я здесь. Все работает. Вместе с этим ритуалом смотрите, гормональная система ритуала, лимфосистема тоже, лимфоток и гормональные. Ритуал на гормональную тему тоже есть, смотрите вместе с этим и другие мои ритуалы. Даже шея вправляется, да? Такой вот хруст у кого-то. Как будто бы вставилась. Вправляются шейные позвонки. Или становятся на место.
Морщины на шее разглаживаются, но не полностью, конечно, бывают глубокие на шее морщины, но мелкие разглаживаются, даже глубокие становятся, тоже разглаживаются не полностью, но лучше, красивее сейчас. В процессе чистки тоже, в процессе ритуала. Смотрите все мои ритуалы от начала до конца, потому что мы в процессе чистки. Вы же хотите улучшить свое самочувствие, свое состояние или решить какие-то свои проблемы. Иногда вам нужно просто перенастроиться. Вы не быстро восстанавливаетесь, или вам нужно еще какое-то время, поэтому количество просмотров вы, пожалуйста, самостоятельно регулируйте. Я вам только помогаю, друзья, вашу жизнь проживаете вы. Я езжу по местам силы. Если вы хотите, чтобы я с вами поработала, когда я буду в местах силы, пишите WhatsApp, Viber, Telegram, SMS. Если вы хотите проконсультироваться у меня по поводу вас, о вашем самочувствии, о ваших проблемах, пишите тоже по поводу консультации. WhatsApp, Viber, Telegram, SMS пишите. Я работаю индивидуально. В другое время я работаю. Могу поработать вас, почистить. Я работаю индивидуально. Провожу индивидуальную работу, индивидуальные чистки. Тоже пишите в WhatsApp, Viber, Telegram, кто желает. Моя индивидуальная работа платная, моя консультация платная. Кто желает выслать мне денежные благодарности на развитие канала или мне благодарности как мастеру, пишите, если у вас возникают проблемы с этим, с пересылкой денег в Украину. Я живу в Одессе, это Украина. Вы можете писать мне в WhatsApp, Viber, Telegram тоже по этому поводу. Я подскажу, как правильно из вашей страны переслать мне в Украину благодарности. Я тоже вас всех благодарю. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я читаю все ваши комментарии. Благодарю вас всех за все. Жду вас на моем канале. До встречи, друзья!